Огромные инвестиции в развитие горнорудной компании «Алдан Золото» существенным образом повлияли не только на автоматизацию систем управления, обновление парка техники, но и на микроклимат в коллективе. Люди полны идей, воодушевления и ставят новые производственные рекорды. Задачи поэтапного увеличения объемов производства в «Алдан Золото» ГРК напрямую связаны с реализацией инвестиционной программы группы «Полюс». За последние два года на развитие горнорудной компании выделено около 7 миллиардов рублей. Эти рекордные вложения направлены на рост производительности труда и улучшение микроклимата в предприятии. Но если говорить о производстве золота, то в этом году мы планируем добыть и произвести 5 тонн 300 килограмм золота. Это хороший результат, который был в свое время достигнут в 1993 году, когда предприятие «Алдан Золото» еще работало стабильно и ровно. Вот. Честно говоря, горжусь теми результатами, которые сегодня достигнуты компанией. В этом году «Алдан Золото» уже зафиксировало несколько рекордов. Летом к юбилею рудника «Куранах» горняки поставили абсолютный рекорд по отгрузке горной массы за сутки – 63 тысячи кубометров. Кроме этого, продолжается модернизация золотоизвлекательной фабрики. За два года фабрика существенно увеличила объемы переработки руды, доведя их до 5 миллионов тонн в год и нарастила показатели. В недалеком будущем мы видим перспективу переработки на фабрике 5 миллионов 800. Естественно, с таким объемом растет и объем горной массы. Опять же, это обновление техники, увеличение большего объема производства. Ну и дополнительная программа по техперевооружению самой фабрики. Модернизация производства требует и новых кадровых решений. В связи с обновлением парка техники опытным водителям пришлось пройти переподготовку, прежде чем сесть за баранку современных самосвалов. Полна амбиций молодежь. Приход нового парка также мотивирует молодежь, чтобы получить новую машину, нужно нормально работать на старой. Еще одно из достижений компании – это запуск программы по кучному выщелачиванию. Данный метод запущен не случайно. Именно он позволит «Алдан Золото» извлекать драгоценный металл в промышленных масштабах из бедных забалансовых руд и отвалов. В середине ноября в рамках опытно-промышленных испытаний получено первое золото участка кучного выщелачивания горнорудной компании. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Нижний Куранах.